Принять участие в публичных слушаниях пришли 18 горожан. На повестке дня был один вопрос – знакомство с изменениями, вводимыми в правила землеустройства, землепользования и застройки городского округа. Согласно проекту, в территориальных зонах для жилой среднеэтажной и общественно-деловой застройки исключаются разрешенные виды использования для блокированной жилой застройки. Что касается зоны коттеджной застройки, то здесь блокированные жилые дома разрешается строить не более чем на 2 семьи. Также был вопрос по уточнению границ земельного участка и переустройства линии электропередачи. Участка по улице Комсомольская, 43Д. Проект решения был подготовлен в ответ на протест прокуратуры Нефтекамска, который был направлен в адрес администрации еще 25 декабря прошлого года. Изменения требовались и в связи с приведением правил в соответствии с действующим законодательством. По результатам публичных слушаний проект был одобрен присутствующими единогласно.